Ну что, бродяги, всем огромный привет! Сегодня мы с вами опять же немножко поиграем на моем основном аккаунте, и как вы сами видите, ребята, началась золотая лихорадка, поэтому предлагаю время не тянуть, погнали в глобал, будем сегодня выфармливать золотишко, и надеюсь, то, что получится у нас с вами все прям максимально здорово и классно, поэтому погнали! Первый противник, 11 левел, смотрите просто, насколько изи мы его сейчас разнесем, я просто, пацаны, ну, расскажу вам небольшой секрет разноса. Нужно не торопиться и играть, ну... Просто обыкновенно, никуда не спеша, это самый главный секрет, это самый главный залог именно любого успеха. Вот сейчас, пожалуйста, сами все увидите, сами все прочекаете. Урон зашел отличный. Почти 2 косаря хп мы только что рубанули челику с башни, это просто обалденнейший результат. И после этого нам нужно, смотрите, что значит сделать. Дождаться подходящего момента, сбросить вот такого вот грома. В любом случае мы, к сожалению, ловим тычку от шарика, но здесь это было, ребята, к сожалению, неминуемо. Опять же, деваться некуда и делать с этим тоже нечего. Слушайте, гром, а гром-то какой красавчик на самом деле. Так, ребята, я знаю, что это тут это... Знаете, что это тут это, как говорится, понял. Мы играем против воздуха. Я до последнего верил в то, что это все-таки не так, но, как вы сами видите, гонча, шар над гроби, мегамуха, миньоны, все реально говорит о том, что это самый, что ни на есть, полноценный воздух, и, если честно, это немножко смущает. Так, ребята, предлагаю сделать вам вот таким вот образом и набросить летучих мышей в помощь. Так, ребята, гром, гром выручай, найс, гром вроде четко лег, гром вроде четко здесь, как говорится, себя проявил, ну и все, шикарно живем, можно еще даже вот такого вот шахтера выдать, чисто на проверку, чисто на, как говорится, разведку, ух ты. Вот, если честно, банду гоблинов увидеть я, ребят, не ожидал, скажу на полном серьезе. Я сейчас, конечно, попробую танкануть своими гоблинами, но в любом случае, мне кажется, без разряда здесь было, ну, прям не обойтись, ребят, серьезно. Мне кажется, тогда бы какой-никакой урон его гоблиноса бы нанесли там, или мегамух, или гоблина, кто-нибудь урона бы выдал. Поэтому нужно было сейчас контрить всю эту, ну, ботву в любом случае, потому что иначе ничего хорошего бы из этого не вышло уж точно. Поэтому поступили, я думаю, мы с вами прям максимально здорово и классно. Так, ребятухи, погнали, короче, прямо сейчас пушить. Я не знаю, что получится из этого дела, но, опять же, попытка не пытка. Делаем вот таким вот образом, плюс фигачим летучих мышей, и нам еще в идеале здесь постелить нужно, ребята, poison. Блин, как же его стрелы напрягает, вы бы только знали. Так, все четко. Ночная ведь выживает? Да, найс, идеально, ребят. Ночная выживает, прям еле-еле душа в теле, но все же. Самое главное, что выжила, остальное уже не так уж-то и важно. Так, ребятухи, стоямбыч, делаем вот таким вот образом, найсово. Контрим, контрим бодренько, контрим четенько. Poison, обязательно поезд, без поезда никуда, вытравливай, идеально, спасибо большое. Слушайте, ну я не знаю, ребят, как вам, но мне все нравится, мухи травятся, мега-мух сейчас помрет тоже моментально, быстро, максимально четко и, ну, все такое. Вы, я думаю, понимаете, как это все будет выглядеть, а вот ведьму было бить не обязательно. Так, ребята, продержаться нам с вами здесь нужно всего ничего, но по большому счету, если правда так посмотреть на ситуацию в целом, держаться здесь остается реально, ну, мизер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это было близко к чему-то, правда, неприятному. Так, нужно еще и прозапать, я думаю, чтобы до кучи. Ну и все, 4 секунды выжидаем, ребята, и все, как говорится. Победа за нами. Найс, просто реально замечательная каточка, замечательная победа, с которой нас можно поздравить. 28 трофеев. Ну, пойдет, пойдет. Золотой сундучок давайте, кстати, прямо сейчас поставим на открытие и полетим, получается, во второй бой чекать, что получится у нас дальше. Так, нормально, ребята, я вошел во вкус. Погнали. Так, нормальное начало, бодренькое. Делаем вот так, плюс вот так. Лайтовенькая такая связка, опять же, как я ее называю, проверка на лоха. Ну, хорошо. Ой. Плохо. Вернее, если честно сказать, то все не особо хорошо. Так, вот такой вот гром, ребят, замечательный. После этого ночная ведьма. Жестко тратимся по элику, и при этом, так как это коргей, мы в любом случае ловим урон. Капец, почти косарь. Не почти, а реально косарь демеджа нам залетел. Это при том раскладе, что мы реально контрились. Мы реально тратили кучу элика. Заморачивались, алё, бро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что творит молодой человек. Мушкетеры. Мушкетеры, мушкетеры, я вас понял, товарищ. Вы довольно опасный. Челик, тихо, прозапали. Не совсем прям идеально, можно было и получше, чтобы на одну тычку меньше по нам прошло. Но в любом случае пойдет, в любом случае норм. И самое главное, так, я понял. Это коргей? Плюс 3 мушкетера? Серьезно? Слушайте, ну сказать, чё? Ля, натуре не пинул. А кто-то мне может объяснить, что это такое вообще там, как бы, хоть немножко кто-то понимает вообще прикол? Не, урон как бы прошел. Молодец, бро. Красава, четко. Ну что это? Три мушкетера, варвар, орда миньонов, коргей, банда гоблинов. Откуда у тебя столько эликсира?
товарищ, расскажи, пожалуйста, поведай нам историю о том, откуда ты реально берешь столько элика. Короче, друзья мои, могу сказать вам только одно. Це странно. Гром красава, заныкался топово, добавить нечего, замечательно. Как вы сами, ребята, понимаете, мы сейчас просто... Офигеть, у него столько такое чувство эликсира имеется, что это просто можно брать и офигевать. Давайте, ребята, прозапаем вот этих вот мушкетеров вместе с вышкой. Дамаг идет сейчас шикарно. Мушкетеры погибают? Да, почти все. Почти, ребят, все мушкетеры погибли, все четко. Но, как мы с вами видим, произошел только размен. Сейчас опять пойдет его орда миньонов плюс вся вот эта вот фигня, серьезно? Да, натуре. Натуре, пасаны... Ля, немножко страдаем, немножко, ребята, плохи дела. Варвары воткнулись в вышку, плюс Кургей тоже не отстает, как вы сами видите, урон дает такой бодренький. Прозапаем, срочно, нормально, живем. Друзья, плохи дела, капец, плохи. 320 хп. Вы рофлите? Три мушкетера опять. Я не понимаю, что это за дека, лол. Я реально не врубирую, что это за колода. Это просто какой-то идиотизм, ну серьезно. Я сейчас просто походу по таймингу не успею пропушить его на даже две короны, вот в чем самая большая проблема заключается. И походу из-за этого дела мы сейчас возьмем и сольем. Ну серьезно, кстати, а его мушкетер там... Где гигант? Лол. А где все? Где вся наша армия? Где все наши братишки, братики? Братишечки. Куда ж вы подевались? Старлорд. 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 Колода которого стоит 4,4. Орда миньонов, варвары, три мушкетера, кургик, зеркало, разряд, заморозка, банда гоблинов. 4600 рекорд. 6800 побед. Не, ну видно, пацан к успеху идет. Что это только что было? Я не знаю, как вы, но я ничего не понял. Я правда ничего не понял, поэтому я попробую это забыть, но просто реально как страшный сон. Надеюсь, у меня получится. И вот эту вот каточку нам бы затащить, ребята, в идеале. Потому что это кирдык. Жесть просто какая-то. Варвары плюс скоргик и плюс при всем этом деле три мушкетера. А там еще и заморозка недалеко. Не, ну как бы круто, класс. Вопросов нет. Кто не верит тому в глаз, реально. Но это странно. Это очень странно, короче. Так, ладно, ребятухи. Урон прошел... Ой-ой-ой, вот это вот мне не особо нравится. Я прозапал, конечно же, все это дело. Но мне оно все не нравится. Все это дело мне не нравится просто максимально. Попробуем. Я не знаю, опять же, что получится из этого дела, но попробуем задефаться прям четенько. И да, вроде как, ни странно, получилось. Замечательно. Также, ребятухи, чтобы этот громовирус у нас не пропадал, мы берем и реализовываем его прямо сейчас на контратаке вот такой вот. И чекаем, что получается из этого дела. Найс. Разряд сейчас, правда, ляжет очень неприятный. Разряд ляжет инфосотка просто. Но будет пацан очень странным, если не поселит разряд. И, кстати, он его не постелил. Было, как говорится, уже поздно просто-напросто его стелить. И поэтому нас можно поздравить с тем, то, что мы нанесли офигенный урон по его гиганту. Кстати... Этого гиганта мы настолько изи законтрили. Блин, я только что хотел сказать то, что он вообще ни одной тычки не дал. И вот как назло, все-таки одна тычонка да прошла. Неприятный момент, добавить нечего, но окейушки. Так, ребятухи, в чем заключается основная задача? Нужно сейчас добить вышку. Так, не понял, это шахтер, да? Это будет шахтер. Да, это шахтер, пацаны, поэтому я даже время не тяну, я кидаю вот такой вот поизон, просто офигенский, и выдам, наверное, гиганта, потому что нужно, чтобы он немножко потанчил урон, и вроде как получается нормич. Но знаете, в чем сейчас заключается проблема? В том, что сейчас пойдет мини-пека, Бозарю, и с ней надо что-то мутить, поэтому мы проводим вот такой вот контр-заход, мы чекаем, что получается из этого дела. Гигант, можно немножко урона попросить? Раз, два, и давай три хотя бы. Найс, все. Отлично, демош прошел, стелим, ребята, далее вот такой вот поизон. Я не знаю, к чему он нас в итоге конечном приведет, конечно же, но будем надеяться на лучшее. Гром. Это было плохо. Это было очень плохо, сейчас скажу честно. Пожертвовал гоблинами, пожертвовал громом, пожертвовал запом, пожертвовал всем, чем только мог, серьезно. Друзья, мне не нравится наше положение дел сейчас, правда. Мне оно очень не нравится. Я вам скажу более, мне оно капец как не нравится.
Так, ребята, чекайте, что мы делаем. Я сейчас надеюсь, блин, не успел мушки. А нет, успел, нормально. Пойдет, жить можно. Мы теряем башню, друзья мои, насколько я понимаю. Да, натуре. Мы натуре теряем вышку. Я сейчас пытаюсь все это дело контрить. Я пытаюсь параллельно все это дело рубить. Так, успевает ведь поизон дотравить? Да, успевает, нормально. Пацаны, что ж такой пот? Пот лютый. Пот просто лютейший, я вам скажу честно. Как видите, пацан время даром не теряет, пушит нас довольно бодренько, бодрячком, как говорится, пацанчики. Фигачим, ребята, вот это вот добро, классный, идеальнейший просто, идеальнейший яд. Запчанский дадим, чтобы добить мегамуху, урон проходит бодренький, бодрячком, пацанчики, бодрячком, не забываем. Дамажим бодро, гигант его прокоцан просто в хлам, и нам сейчас нужно просто взять и реализовать еще одну контратаку. То есть делаем вот так вот, плюс вот так вот, и все, дело в шляпе, гигант. Немножко урона, если что, поизон сверху. Смотрите, раз тычка от гига, два тычка от гига. Все. Победа. Найс. Фух. Если честно, было пот-то. Если честно, ребята, каточка. Вот это вот, я думаю, действительно достойно лайкоса. И вытащили мою просто прям, ну, я не знаю, с нереальной долей везения. И если подводить итог за этот выпуск, у нас, знаете, плюс сколько кубков? Насколько я понял, плюс ноль. Круто, кайф. Но вот этот вот противник, он меня просто убил. Короче, друзья мои, вот какой-то такой сегодня получился выпуск. Немножко поиграли, пофармили голды с золотой лихорадки. Ну и, в общем-таки, как-то так это и было. Ожидайте сегодня еще один видосик, он выйдет примерно в 9 вечера. Очень надеюсь, что тоже зацените. А на этом все, с вами был Викинг. До скорых новых встреч, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И также подписывайтесь на мой второй канал, ссылка находится в описании. Всем удачи и давайте, ребята. Пока-пока.